я не знаю, на самом деле, просто в городе очень много машин, и, может быть, какой-то поток будет этим отсеян, как бы, именно в центре города, и будет больше, как бы, пешеходов, ну, как бы, людей, которые ездят на метро, которые гуляют там по центру, вот именно, ну, так, такого плана гостей столиц, там, и москвичей. Может быть, с одной стороны, это правильно, так же, как и платные дороги, вот, ну, наверное, автомобилисты меня сейчас не поддержат, я сама автомобилистка, ну, вот, как бы, у меня такое мнение, оно немножко двоякое.